И во-вторых, что, ну, я не знаю, подряд или не подряд, я про это много раз говорил в эфире. К счастью, вот сегодня в программе Владимира Владимировича Познера Анна Юрьевна Попова дала, мне кажется, более профессиональнее, чем мог бы дать это я. Почему это не лавдан? Это не лавдан, потому что это дни, когда, так сказать, людей нуждают общаться в своих семьях и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все. Ну, во-первых, теперь мы знаем, что это не локдаун. И во-вторых, от Интерштаба сегодня по сводкам новостей я узнал, и если вы пропустили эту новость, я всего лишь могу с вами ей поделиться. Отчасти это есть наша работа, средства массовой информации. В Москве говорит о сообщении, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Ну, как говорится, вот что знаю, то знаю, ничего не утаю. Кстати, кроме... Вообще, вам очень рекомендую посмотреть сегодня эту программу «Познер», как и всегда рекомендую, потому что Анна Юрьевна рассказала очень много интересного, в частности, среди прочего, о том, что на сегодняшний день неизвестный такой уровень антител обеспечивает надежную гарантированную защиту от коронавируса. Это, в общем, естественно, ничего в этом нет удивительного, потому что вирус новый, наука ведет поиск, ведет исследования, мы знаем про этот вирус, и, наверное, не все еще грустнее для меня тот характер общественной дискуссии по поводу вакцинации, которую она приобретает. И говорили, что вот Владимир Путин пытался, так сказать, сказать, что он был противником российской вакцинации. В общественном пространстве сейчас все больше и больше слов. Уже пошло там 15-20 лет. Я не знаю, вообще 15-20 лет антивакцинации. Это все, кто отговаривает других, или кто по каким-то причинам не решает решать. Я чуть ли не пойду ссылать. Очень-очень опасная история, тем более, что, как мы знаем, наука не все про это понимает. Но пока, я надеюсь, вопросы задавать еще можно, и пока мы как общество, продолжаем пытаться помогать тем, кто на передний край сидит. Это вопрос очень важный. Например, сегодня у меня возник вопрос по поводу интервью большого, который дал Академии Кузи, который из славян, который институт, очень много противодействия коронавирусу, там выработана одна из наших лучших вакцин, которая называется «Спутник». Вопрос, даже, собственно, не вопрос, а удивление. Вот там говорится, что пока не менее 80% микроэкспонирования на дистанции между вакцинированными и невакцинированными. Причем в вакцине. В свете того, что, как я сказал, наука сама еще не понимает, я, например, отвечаю вопрос, а вот эти 80% не используют что непонятно, чего такие дела. Мне кажется, тут нужны какие-то более четкие механизмы и определения права. И вторая цитата господина Кирбога, про которую тоже у меня возникает. Он требует определенных уточнений и разъяснений для общества, которое и так уже достаточно взбудоражено этими дискуссиями. Потому что там говорится, что это вакцинированные Yeah.
домыслах и всяких инсинуациях начнется по поводу слова «маркеры», которые куда-то там будутся. И... Я все это только чую. Мне кажется, нам всем, и тем, кто за, и тем, кто не уверен, и тем, кто задает вопрос, нам нужно быть осторожными тем, что мы говорим. Вместо того, чтобы они делали свои ошибки, они, правда, с некой делой смотрели, как все-таки, как это было хотелось.
Путина, и насколько сильно они недооценивали его готовность.